Всем привет, ребята. Сижу в парке, саду называется. Смотрю, как люди все вылезли, ребят. Все люди вылезли. Все рады солнцу, все загорают. Вы посмотрите прям, ребят. Все вылезли. Все рады солнцу. Погода у нас очень хорошая. Зелено. Вот так отдыхают люди. Все рады солнцу. Весна, все распустилось, люди повылазили. Карантин, ребята, у нас отменяется уже 1 мая. Сейчас ослабление карантина. Впереди здание библиотеки, Национальной библиотеки Австрии. Вот. С 1 мая у нас открываются все торговые центры. Жизнь возвращается на свои места. Ну, у кого как. Все будет у всех нормально. Вот такой небольшой обзор, как люди отдыхают. На улице 26 градусов тепла. Пиончики мои уже отцвели. Вот. А с 15 мая, ребята, у нас дети уже младшие классы пойдут в школу. Детские садики открываются. И кафе и ресторан. Такой небольшой обзор. Такая красота. Тепло, но люди все повылезали. Это лежат, загорают. Видите, как прям отлично. Молодцы, ребята. Ну все, всем пока. С вами была я, Елена Березкина.